Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Я, как обычно, снимаю всегда покупку чего-либо. То есть, например, я покупаю мышку, делаю обзор на мышку, клавиатуру. Купил микрофон, когда его привезут скоро, я сделаю обзор микрофона. Но сейчас я впервые делаю предзаказ. Именно предзаказ игры. То есть обычно я покупаю, когда игра уже вышла, там кто-то сделал обзор, я посмотрел и так далее. Но впервые в истории человечества я сейчас сделаю предзаказ вместе с вами. Игра под названием Ведьмак 3. Это великолепная игра. На данный момент она имеет больше 200 наград, при том, что игра еще не вышла. Давно знаю про эту игру, вторую часть играл. Долго я ждал третьей части, ей еще переносили выход этой игры. И наконец-то она должна выйти 19 мая. Ну, 18-19. Хотя странно, здесь написано, будет доступно 18, а на официальном сайте 19. Ну, неважно. В любом случае, сегодня у меня 17 мая. То есть, мне осталось ждать один день. Один день, и я смогу играть в Ведьмак 3. Ну, кратко, что могу сказать про эту игру? Аналогия Скайрима. То есть, скажу даже больше, разработчики Ведьмака, они играли в Скайрим, понимаете? Я смотрел всякие разные видосы, процесс разработки. Разработчики играли в Скайрим, им нравилась эта игра. И они делали Ведьмак 3, да, с учетом всех плюсов и минусов Скайрима. Они прям говорили вот о видосах разработки, типа вот в Скайриме там можно на лошадях кататься, давайте тоже сделаем. В Скайриме есть быстрые перемещения, давайте мы сделаем тоже лошадей и корабли. Сколько я помню, здесь есть корабли, как быстрые перемещения. И так далее. Еще в Ведьмаке мир в 3 раза больше, чем в Скайриме. Притом, это в самой игре, которую мы сейчас купим, также уже анонсировано 2 дополнения. То есть вы покупаете Ведьмак 3, и потом вы играете, проходите, а в это время разработчики еще 2 дополнения делают. Игра, короче, будет просто невероятно огромной. Тоже хорошая графика. Все как в Скайриме практически. Также есть фракции, там можно вступать туда-сюда. Можно делать побочные задания, основные миссии, бла-бла-бла, короче. Ладно, давайте меньше слов, ближе к делу. Еще раз говорю, впервые делаю предзаказ. И насколько я помню, здесь должны быть какие-то плюшки. Может быть, мне что-нибудь там подарят. Обычно, когда делаешь предзаказ, там в игре дают дополнительное оружие, там что-то еще. Ну ладно, давайте. Купить, так, в корзину. 1079 рублей купить для себя. В подарок нельзя почему-то. Не знаю почему. Я принимаю условия купить. Ведьмак 3. Я говорю, прошло то время, когда покупали эти пиратские диски. Нет, я уже забыл про это. Теперь только лицензии. А, благодарим вас за покупку. Хорошо, магазин. Игры. Ну что ж, где моя игра? Вот он. Ведьмак 3. Кстати, можно даже сделать загрузку. Это уже интересно. Окей, да, смотрите. Тоже очень удобно. То есть, я сделал предзаказ и могу начать загружать игру. А потом, когда она выйдет, сразу же на нее начать играть. Превосходно. Ну все, самое главное, напишите в комментариях, хотите ли вы видеть прохождение Ведьмака 3 на канале от меня. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.